Покажи двойку, отойди, просто показывай. То есть у тебя что, ты не, либо не достаешь, либо проваливаешься, да? Я не проваливаюсь, я не достаю. Вообще не достаю. Да. Да. А он далеко отпрыгивает? Да, ну как бы вот я. Да. Раз. Хорошо. Раз. Давай, вот теперь давай сделай. Покажи мне, как ты бьешь двойку. Вот я наношу тебе левый прямой, да? Угу. Ты отпрыгиваешь, ты бьешь двойку, давай. Видишь? Я сделал сколько шагов? Два, ну, один. Один? Да, давай еще раз. То есть я много отскакиваю? Нет. Ты второго движения, ты не можешь допрыгнуть до меня. Ты просто не можешь физически допрыгнуть, потому что теряешь равновесие. Потому что у тебя впереди, как мы с тобой разговариваем, смотри, что у тебя происходит. Я тебе всего раз сделал, да? Возвращая левую ногу назад и отошел. То есть у меня по факту, посмотри, я по факту, я стою на месте, только сделал один шаг. Вот сейчас опять. Я тебе делаю атаку левой, ты на правом прямом остаешься. Давай. Бьешь двойку, а на правом прямом остаешься. Да, давай. Ну, двойка пошла в меня. Отпрыг, подними руки. Отпрыгивай. Раз, пошла двойка. Вот. Теперь смотри. Видишь, ты падаешь. Тебе сейчас пришлось себя останавливать. Посмотри, где твоя нога левая оказалась. Левая нога. Ага. Ты изначально стоял левой ногой в меня боком. Сейчас твоя левая нога ушла аж вон туда в сторону. Теперь вот поставь левую ногу к моей ноге и разверни немножко боком. Вот. Правый прямой наноси. Устойчиво? Устойчиво. Выпрями ноги. Во. Стоять. Вот в этом положении подпрыгни вперед ногами. Прыгай вперед, вперед. Не тянись. То есть смотри, что у тебя произошло. Ты отпрыгнул. Левый. Пускай даже, да. Ты не раскрылся, пускай. Но с правой ноги, справа, для правого удара, ты вместо того, чтобы вверх бедрами себя толкнуть, прыгнуть и развернуться, ты сделал вот такое движение. Ты вот сюда полез. Ты стал тянуться рукой. Поэтому передняя нога, естественно, она ушла у тебя в сторону, потерялась опора. Понял. Вот ты направо. Вот теперь просто сделай мне одно движение. Смотри, направо прыгнул ногу. Вот. И теперь не вперед прыгай, а толкнись вверх, вверх и разверни правое бедро. Вот, уже лучше, уже меньше нога ушла. Только посмотри, только рукой не надо закидывать. Да. Ты кулак приди, вот кулак твой пойдет, рука разгибаться будет в локте. Когда плечо из задней дистанции перейдет вот сюда, в фронтальное положение. Не торопись ручкой залезть, кулак и так вместе с плечом пошел. Посмотри, отпрыгнул, как бы подгрузил ногу. Не-не-не. Не отворачивайся. Посмотри на меня. Не отворачивайся сейчас. Это лишнее движение. Ты назад, как телескопическая антенна в себя. Раз, втянул. Вот, в себя. Да, вот. Оп, в себя. Вот, отпрыгнул. Вот, подсел на правую ногу. Вот, попружинил. И вот теперь ты прыгаешь. Вверх, вверх толкайся. Вверх, бей. Смотри на меня. Во! Видишь, ножки встали. Сейчас твоя рука не опередила твои ноги. И вращение бедра. Вот и все. И то же самое в двойке. Спасибо. То есть вот это положение передней ноги, это константа. То, что она боком стоит с противника. Я понял. Боком, но не в переднюю ногу, а в заднюю ногу. И он у тебя между рук, между ног. Вот у тебя площадь опоры, видишь, квадрат такой. И он тебя будет удерживать, если ты дашь пятку вращения. Спасибо. Пользуйтесь.